матча. 25-0 пока. Не махай просто так ногами. Акаша. Держи локоть. Держи, держи, держи. Не проиграешь 50. Акаша, Акаша. Молодец. Держишь правую руку очень низко. Правую руку держишь очень низко от ворот. Правая надо стараться выше держать. Так он через спину с колен не сможет сделать. А ты сможешь перевороты делать. Пора левый от ворот, а потом правый от ворот. Держись, держись. И сверху сзади назад. Здесь бояться не надо, здесь сразу, не поднимая, забегать назад просто, двигаться. Не давай себя дергать, просто упрись и все. Если он тебя начинает по ковру возить, упрись, а если что, сразу убираешь руки. Левой рукой отворот. Или правый не ближний, а дальний отворот. Хорошо. Не расслабляйся. Да. Держи вот здесь под мышкой прямо. Под мышкой держи. Кимоно выпрями, чтобы упор был. Левую руку упор, чтобы был. Прямая рука, чтобы он не мог подвернуться. Держи, держи захват. Вот такой хороший захват. Вот под мышкой, да, он не сможет подвернуться. Голову, плечо. Плечо. Хорошо, держи локоть, держи, держи, хорошо. Жди, пока он мельницу сделает. Сделай, чтобы он делал мельницу, да. Не отпускай руку. Не отпускай. Не отпускай руку левую. Пусть лучше шида дадут, не отпускай. Молодец. Какая оценка? Я думаю, что как. Ну вот так. Упал, посидел, потом подохнул. Значит, кока. А я бы все-таки дал ближе к юке. Хорошо, Тристару, держать двумя руками. Двумя. И когда он дергает, не надо отпускать захват. Не надо, иди спокойно. Не надо отпускать захват. Так и держи. Отпускаешь захват, все, и уже тогда точно шида дает. Так еще судья думает. А так он сразу даст шида. Вот ты держишь одну руку, раз отпустил, все, и никакой. Я понимаю, ты с броском шел. И ты берешь дальнюю ногу, а нужно брать, вернее, ближнюю ногу, а нужно брать дальнюю тогда. А почему не получается? Потому что все, вы можете бороться. Ничем. Еще раз захват левой, правой. Или двумя. Не эту ногу нужно стараться брать, а другую. Какой счет? 28. До конца, до конца. Красавец. Оба молодцы. Сверху сядь. Все хорошо, но нужно было. Хорошо, перевел его и сразу наклонился, испугался. Надо потихонечку на него ползти. Заходи, 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 не отпускай. Выходи, выходи, выходи в ногу. Вот, правильно. Теперь садись на колени. На колени. И сверху. Отпустил. Еще раз. Голову наклони, молодец, но только посматривай. Двумя руками захват. Дальше. Сразу под себя уходи в сторону.
Терпи. Тебе хотя бы коку надо сделать тристару. И уже победа. А там смотришь, и еще придут оценки. Надо найти то, что где Эдик слабенький. В чем он слабый. Держи хорошо. Держи подмышкой. Подмышкой левой рукой. Не отпускай. Хорошо. Так и стой. Терпи. Вот теперь отпустил захваты назад. Назад зайди. Ноги запусти. Сядь, возьми за пояс. За пояс возьми. Хорошо. Ноги просунь. Ножки держи, пояс зайди назад. Вот так и удушающий отсюда. И перешел на удержание, на болевое отсюда. Удержание вот. Вот ручку ближнюю на болевой. Руки не давай ему, смотри, руки не дай. Можно работать еще, можно ковер. Работай. Стоп, Мате. Видишь, минуту в партере ушла. Твоя задача, он делает бросок, упереться и в партере выйти сверху и работать сверху. 15 минут еще. Сейчас правильно сделал. Он взял хороший захват, начал дергать. Держи захват и не отпускай, пусть дергает. Ты не наклоняйся сильно, приседай. И терпи. Он влез, остановил, бросил захват, зашел назад, за пояс, ноги запустил. Руки изнутри и переворачиваешь. Понимаешь? Он сделал тебе прием, а ты не ответил партерам. Значит, тебе шида дали. Он сделал прием, ты отпустил, забежал, начал партере работать, тебе уже шида не могут дать. Могут, но уже большие сомнения есть. Юр Саныч, сядь сюда, пожалуйста. Я в туалет сбегаю. Прием и захват. Переворот так.
Ой, ну да, думал, черт, оперка. Пошляк, пошляк. Чёра пука! Чёра пука! Чёрт, Паркович! Торно пусти. Ше, чем? А ше, ше, цилил инкон, инкон цилил. А ше? Ну, пизахал, чёрт, я суправодил. Поезд не давай, старайся. Взял поезд. Держи, держи. Подмышкой держи. Подмышкой держи. 40-0 сегмента. Ничего, ничего, ничего. Далеко взял, далеко взял. Чуть подмышкой возьми. Уприезд, уприезд. П! 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 И повернешь, повернешь его! Руку выпластывай. Осталось 10 минут, терпи. Не бросайся двумя руками. Хорошо? Не бегать. Зайти надо, держи ногу, не отпускай. Не отпускай. Мате. Не бросайся вперед. Эдик, ты должен выигрывать красиво. Двумя руками. Или одной. Или левой, потом правой. Он в одну сторону кидает. Эрик, подержи канатик. Держи, 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 держи ручку впереди. Дальше ноги. Последние 5 минут только что буду дать. Держать! Не спеши, взял за пояс, ноги запустил. А, не взял. Ногами переворачивай, держи. Не будешь ногами, сейчас проиграешь. Пусть ты не лежал, пусть ты не лежал. Да, ближе к краю, края, ближе к краю ковра. Мате. Хорошо. Вот теперь этот бросок старайся все время уже подготовить. Не назад, а в сторону. Да, правой не бери рукой. Мате, мате. Правой не бери рукой, будешь все время летать. Правой не бери. Вот руки здесь. Вот держи прямо около сюда. Сначала левой, потом правой. Или правой нужно за другой отворот брать. Вот здесь хотя бы. Да, 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 да. Но! Да. Держи руку. Хорошо. Терпи, 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 терпи. Пусть победа достанется ему в тяжелой борьбе. Дальше, сверху выходи. Я. Мате, какой счет? 47. 47. Последний бросок не могу еще додать. Только Мате, пояс. Нико, Нико, правой рукой не этот захват. Он же, ты когда даешь, он тебе начинает на колени и бросок. Ты не ближний захват, ты вот этот захват возьми. Потом перехватишь сюда, а потом возьмешь отсюда. Покажи свою правую руку. Правую. Правую, не, вот не ближний отворот, а дальний отворот. То есть плечо, чтобы он не мог повернуться. Взял. Потом левый ты перехватываешь вот здесь. Раз. А правой берешь сверху, начинаешь сюда, 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 для того, чтобы сделать мельницу. Попробуй, хорошо? Но если сейчас как бы броситься в атаку, то сразу два шага вперед. Два шага вперед. Держи. Джиме. Терпи. И держать. Зайти назад, зайти назад. Зайти назад. Мате. Руки
Руки около себя, около груди, да, около груди. Вот здесь, да. Ну, тебе виднее, ты судья, я не могу ничего. Матте, встаньте чуть поближе. Так, эта схватка закончилась со счетом 50 на 2, да? На 3 очка. 52 на 3. 52 на 3. Это хорошо. Так, чемпион. Поклонились, побратались. Хорошо, молодцы, ребята. Будете так бороться, у вас будет все получится. Так, стоп, 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 стоп. Так, Эрик, брысь. Итак, победитель получает морковку. А, большой. Правильно, сначала другу.